Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 6-го тура группового раунда Лиги Европы. Наполи, Реал Сосьедад. Статистика команд. Наполи набрал 10 очков, идет в группе на первом месте. Наполи 4 из 5 матчей отыграл, на тотал меньше. Реал Сосьедад набрал 8 очков и идет на втором месте в группе. Сосьедад 4 из 5 матчей отыграл, на тотал меньше 1,5. В предыдущем туре Наполи упустил победу над АЗ, сыграв 1-1. И теперь должен не проиграть Сосьедаду. Реал дважды по ходу матча отыгрывался в домашнем матче против Риеки, но смог только не проиграть. 2-2. Чтобы выйти в плей-офф, Наполи хватит ничьей. Сосьедаду для 100% попадания в плей-офф нужна только победа. Но поражение с большой вероятностью выбрасывает Наполи из плей-офф, поэтому итальянцы не будут играть спустя рукава. У АЗ, как и у Сосьедада, тоже 8 очков, но Реал имеет преимущество по личным встречам, поэтому Сосьедаду надо сыграть не хуже, чем сыграет Алкмар в Хорватии с Риекой. Поэтому эта игра будет очень сложной, и многое будет зависеть от того, как будут развиваться события в матче Риека-АЗ. На выходных Наполи вынес Кротоны на 4-0, а Сосьедад скатал нули с Алавесом. Конечно же, хозяева идут фаворитами на этот матч, но игра будет сложной. По ходу хозяевам достаточно будет ничьей, чтобы пройти в плей-офф, но они при ничьей могут потерять первое место. Конечно, никто на ничью играть не будет. Обе команды в своих чемпионатах играют достаточно результативно, но в Лиге Европы катают сугубо низовые матчи. Поэтому в такой важной игре мы вряд ли увидим много голов. Тут победить может любая из команд. Конечно, шансов больше у хозяев, но обыграть Сосьедад будет очень непросто. При связке ставок тотал меньше 3, обе забьют нет, победа хозяев. Самый высокий коэффициент стоит на победу хозяев 2.15. На обе забьют нет 2.15, на тотал меньше 3 – 1.58. Если выбирать один вариант из предложенных, логично взять вариант низового матча. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.